Жертва садистов скончалась в больнице. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Шокирующая история в центре Челябинска. Компания парней несколько часов издевалась над женщиной. Ей устроили настоящие пытки, а потом оставили умирать. Около 3 дней она пролежала на этих трубах в ожидании помощи. Прибывшие медики переложили ее на носилки, погрузили в машину и увезли в больницу. Пострадавшая жаловалась медикам, что не чувствует своих ног. Что ее дубинка подошли, это его не видел. А дубинка лежит вон там, он возле труб, прям по голове ей дали. Хотели убить. У нее сотрясение стопудовое. И она вот так вот лежит, она говорит, видите, у меня уже даже ноги отказали. Я вызвал скорую, мы в МЧС позвоню, а что делать, как? Виктор Ураков, друг пострадавшей, говорит, на нее могла напасть толпа местных наркоманов. Пострадавшая – дама без определенного места жительства. Изверги это знали и, видимо, поэтому решили, что могут издеваться над ней безнаказанно. Сейчас полиция уже начала проверку. Возможно, к делу подключится и Следственный комитет. Люди надеются, что садистов найдут и накажут.